Приветствую вас, дорогие зрители, на канале Михалыч Topic Games. И в этом видео я, ребят, хотел бы поговорить с вами о такую тему, как навык. Навык, который можно качать, когда вы рейдите, ребят, базу выжившего. Итак, сейчас мы быстренько примем душ, найдем нужные нам ингредиенты. Это, то есть, водичку найдем и пойдем, ребят, быстренько на одну территорию. У нас они постоянно, соседи постоянно живут с нами. Но мы как бы не всегда пользуемся этим. Но для того, чтобы пойти на локацию, много с собой брать не надо. То есть еда, вода и побольше топоров. Для того, чтобы раскачать свой навык. Получается, что я зашел туда и когда только начинал аккаунт. То есть вы видите, я на аккаунте Бухалыч. И мне показалось, что навык качается. Даже когда вы рейдите вот этих вот соседей, которые находятся совсем рядом на ваших локаты. То есть вот эти, у каждого из нас есть в трех точках три соседа. Пользоваться этим можно буквально всем. И я понимаю, что после каждого обновления у нас они обновляются. Я немножечко еды и воды взял. И также на первые топоры сейчас быстренько все это закрафтим. Давайте забьем топорчики. То есть топором нужно, конечно, вот это единственный минус, что для качания этого навыка нужно куча топоров. Но если у вас, например, там не хватает что-то, несколько процентов для навыка, то вы можете вот таким вот элементарным способом быстренько себе вкачать там что-то. Даже вот сишечки можете повзрывать. То есть вы приходите на базу, вот уже появилась шкала процентов, и вы начинаете просто, ребят, элементарно рубить здесь все, уничтожая, качая себе навык. Просто рубим стены. Рубим все подряд. Просто рубим вот это рубим. Кровать ему рубим. Проценты поднимаются. Еще рубим. То есть, несмотря на то, что здесь никто и хороший лут, мы просто здесь разносим все подряд. Рубим все, ребят, стеночки. Уже смотрите, уже больше 10% я поднял навыка, уже пошел 84%, и поехал 85%. Каждая стеночка вот по 2-3% дает. Побольше, ребят, топоров выбиваем и поехал, рубим все. Так, стены — это только начало. Когда снесем все стены, ребят, можно приступить всяким станочкам, которые здесь есть. Сейчас мы поднаходим, что тут. Уже тут все разрушено, я все разрушил. Так как, ребят, вот эту хрень, колья. Колья можно подходить с другой стороны. Как бы они не наносят нам урона. 93. Колья вообще прекрасно наносят. По 1% и бить их долго не надо. Так, что у меня там по топорам? Ну вот, единственное, что нужно побольше, конечно, с собой брать ингредиентов для того, чтобы крафтить побольше топоров. Неплохой, конечно, способ. Вот именно заметил, что качается и проблем никаких вообще не создается. Посмотреть можно, что лежит. Вот еще один топорчик, мы его тоже возьмем. Конечно, пару ударов он не особо, но тем не менее. Также можно C4 побаловаться. C4, по-моему, вообще, ребят, приносит неплохой процент. О, вот, вообще неплохо. Сейчас мы скрафтим еще топорчиков. Проверяем лут. Можно взять с собой пару стеков известняка на всякий случай. И просто разносить все хлам здесь, ребят. Сейчас, наверное, я схожу еще раз на базу. Попробуем взять C4. И взорвать здесь все. Посмотрите, у меня там, по-моему, 4 C4 есть. Две штуки себе оставим на рейд. И, как говорится, просто посмотреть, сколько же процентов будет давать сишка. Сколько сишечка будет процентов нам давать. Как говорится, вот и навык, ребят. Нажимаем изучить. И смотрим, наслаждаемся, что все-таки навык качается. Плохо, конечно, что чоппер не качается. Теперь тихий стрелок, ребят, у меня есть навык. Вообще неплохо. Мы себе колья сейчас тоже поднабиваем. Смотрите, просто качаем в свое удовольствие. Так, предлагаю, наверное, будет и вам интересно, мне интересно что-то. Хочу я вот это
пару стенок таки уничтожить. Пошел я возьму все сишки, которые у меня есть. Да, заодно сейчас мы добьем мои топорчики, чтобы уже назад их не брать с собой. Может быть, взять еще какие-то топоры. Ну, понимаю, что, конечно, второго левела топоры крафтить это будет чересчур, конечно, накладно. Поэтому можно брать вот первого левела. Здесь тоже хватает кольев посносить, например, первого левела стены. Все, что здесь есть, посносить. И о, чоппер, что в чоппере? В чоппере бензин. Кстати, можно сливать постоянно бензин. Давайте съездим на базу, быстренько возьмем, ребят, сишечку и посмотрим, сколько процентов навыка будет давать нам взрыв сишки. Посмотрим, насколько это будет все круто. Ну, здесь, конечно, чопперы. Я, блин, немножечко тупанул и... Ну, как тупанул? Откуда я знал? И сложил. Мне можно было, возможность была еще 1.8.4 обновление сделать чоппер. И уже ездить без навыков в 1.8.5. Все, кто сложил чоппер 1.8.4, им бесплатно, как бы безвозмездно дали навык вождения чоппера. Но я все-таки думал, сниму-ка это все на видео. И пока я ждал, обновили уже игру, ребят. И получилось, что все-таки вот смотрите, требуется навык. Это, конечно, борода жесткая. Что мы здесь можем взять? А мы можем взять восстановление энергии до максимального значения. Давайте съедим и попробуем восстановить энергию, ребят. Так, ну что, восстановила энергию под максимум. Сейчас нам нужно главное найти фишки. Вот они, 4 штуки берем. Я думаю, у меня там есть еще дискетка, я пойду залутаю, ребят. Также хотел бы, конечно, вот и топорчик возьмем, может быть, как-то там немножечко понаносим. Еще пару стеночек убьем, вынесем. Что здесь? Хотелось, конечно, найти известняк, но я как бы не особо помню, где у меня известняк. Вот, конечно, доски я помню, что где-то здесь находятся. А вот известняк вот где-то в одном из этих зеленых. О, вот, как раз с первого раза-то попал. Вообще неплохо. Известняк, известняк, ты где? Ну, короче, известняка мы не нашли. Давайте отправляемся еще раз на базу мою, которая находится вверху. И все-таки попробуем сносить несколько стен. Попробуем прокачать еще навык, проценты навыка. Надеюсь, хоть больше 5% будет давать взрыв у бетонной стены. Конечно, интересно будет. Но самое главное, что там не набирается шум и не приходит громила. Это самое главное, ребят, 100% опять энергии. Я опять рад. Пришли мы на базу Лоу. Так у меня зовут. У вас будет звать как-то по-другому. И просто сейчас гуляй, топор, балдей, рука. Называется. И что? Ну, начнем, наверное, сразу же со взрыва. Взрывы. Нам нужны взрывы. Чтобы взрывать, нужно внести колье. Правильно? Не зря я взял с собой несколько нужных ресурсов, чтобы скрафтить кучу топоров. Конечно, понимаю, что будет наноситься урон в связи с тем, кто буду подходить с лицевой стороны. Опа, первую сишечку заложили. Так, заметили, 15%. А вот сишки взрывать смысла, вот я не вижу. Проценты не набираются, если взрываете сишки, ребят. Не знаю, давайте попробуем еще раз. Конечно, C4 это вещь хорошая, но... Ага, сразу не набирается, ребят. 24, смотрите. А коли это 1% дает, да? Нифига. 32 сход. За установку сишки дают процента, ребят. Неплохо. Причем очень неплохо. 33. 41. Целых 8%. Я не знаю, это... Я себе вот балдею, взрываю стены, ребят. У меня есть лишние C4, но есть же такие люди, у которых, ну, нет как бы лишних C4, и у них нет возможности вот так вот пофаниться, повзрывать стены просто бетонные. Ну что сделать, я не знаю, просто ходите чаще в бункер, лутайте чаще дискеты,
уделяйте больше времени самой игре, и у вас тоже появится куча сишек. Я думаю, недолго вам придется ждать, потому что C4 только в нужные моменты находится очень тяжело, а вообще они не так уж и редкость в этой игре. То есть 100% из дискеты попадается. То есть в бункере практически каждый второй или третий раз попадается. Ну вот, топора у меня уже нету. Сейчас закрафтим топоры первого левела. Конечно, первого левела топоры очень и очень быстро уничтожаются вообще. Практически не замечаешь, когда они тратятся. Одна стена, один топор. Так, поэтому лучше колья рубить, ребят. Потому что на одну стену уходит один топор, а на три колья... Ага, на колья тоже, ребят. Ну, короче, уходят топоры. Тем не менее, я поднял 1.5% навыка, 1.5 левела навыка, и получилось у меня вот такой вот интересный видосик, ребят. Если вам он понравился и хоть немножечко помог, поставьте мне лайкосик, не забывайте подписочку оформлять. Всем спасибо за просмотр, встретимся в следующем видео, пока.